Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим нижний разъем, на котором находится разъем зарядки, разъем наушников и микрофон. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика, которые мы вот открутили. Отсоединить экран от корпуса. Для этого необходимо взять медиатор и отщелкнуть экран с нижней частью. Отщелкиваем экран. Открываем его аккуратненько. Отщелкнули. Открываем. Теперь необходимо открутить металлическую защиту шлифов экрана. Там находится 5 винтиков. Откручиваем. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Теперь снимаем металлическую защиту. Отщелкиваем 4 шлифа. Раз, два, три, 4. Отщелкнули. Убираем в сторону модуль. Теперь откручиваем защиту аккумулятора. Тут 2 винтика. Открутили. Снимаем металлическую защиту. Теперь откручиваем остальные винтики. Первый. Второй. Третий. Открутить нужно еще виброзвонок. У виброзвонка 2 винтика. И вытащить виброзвонок. Вынули. Откручиваем дальше винтики. Откручиваем. Необходимо открутить все нижние винтики. Их довольно-таки много. Не спеша откручиваем их. Запоминаем, где какие винтики стояли, так как они разных размеров. Все, мы открутили все винтики. Теперь отсоединяем шлейф нижнего разъема. Отсоединили. Демонтируем полифонический динамик. Аккуратно его вынимаем. Вынули. Это полифонический динамик. Снимаем шлейф, чтобы не мешался. Снимаем металлическую пластину, держатель. Теперь необходимо отклеить нижний шлейф. Он сильно приклеен, аккуратно это делаем. Можно медиатором отклеить. Либо лопаткой на ваше усмотрение. Тем и тем удобно. Но так как нижний шлейф не рабочий, если он порвется или еще что-то с ним станет, ничего страшного. Так как мы будем устанавливать новый шлейф. Отклеиваем. Потихоньку вытаскиваем. Вынули.
Все, мы демонтировали нижний шлейф. Теперь необходимо установить новый шлейф. Берем новый шлейф и устанавливаем его в корпус. Сначала устанавливаем гарнитуру, разъем гарнитуры, нижний разъем. Вставляем свои пазики. Микрофон. Аккуратно вставляем. Вставили. Со шлейфа, со старого снимаем держатель винтика. Устанавливаем полифонический динамик в корпус. Установили. Теперь прикручиваем его. Прикручиваем. Прикрутили второй винтик, после чего устанавливаем держатель винтика, который мы сняли со старого шлифа. Устанавливаем его аккуратно. Далее необходимо подсоединить нижний шлейф к разъемной печатной плате. Подсоединяем. Подсоединили. Прикручиваем винтик. Это винтик держателя полифонического динамика. Прикрутили. Теперь подсоединяем коаксиальный шлейф к печатной плате. Подсоединили. Устанавливаем металлическую защиту. Нам необходимо прикрутить два винтика. Первый. И второй. Устанавливаем виброзвонок. Его необходимо прикрутить на два винтика. Берем первый винтик. Прикручиваем. Второй винтик. Прикручиваем. Мы прикрутили виброзвонок. Дальше прикручиваем остальные винтики. Металлическую пластину держателя разъема нужно прикрутить на два винтика. Прикручиваем первый. Второй. Прикрутили. Дальше прикручиваем остальные винтики. Прикручиваем. Их довольно-таки много. Резиновая направляющая устанавливается на микрофон. Ее поставили и прикручиваем винтик. Еще прикручиваем винтики.
Самое главное, прикручивайте винтики, а те, откуда открутили. Не путайте винтики, они разных размеров. Все необходимо прикрутить именно там, где они были. И последний винтик. Все прикрутили. Теперь необходимо установить модуль в корпус. Для этого необходимо подсоединить 4 шлифа. Первый, второй, третий и четвертый. Теперь устанавливаем металлическую защиту шлифов. Ее необходимо прикрутить на 5 винтиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Делается с верхней части. После чего по бокам. Все защелкнуто. Теперь устанавливаем два нижних винтика. Все, мы вам показали, как заменить нижний шлейф с разъемом зарядки, гарнитурой и микрофоном. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.